Всем огромный привет! Сегодня на ужин готовлю рыбу в омлете. Почему-то этим рецептом мало кто пользуется, а зря. Это очень вкусно и сытно. Мелко нарезаем лук. Морковь натираем на крупной терке. У меня уже натертая, замороженная. На растительном масле обжариваем лук. И морковь. В отдельной емкости смешиваем яйца и молоко. Немного подсолю и все хорошо перемешаю. Теперь сюда добавляю обжаренные овощи. Филе любой рыбы нарезаем на небольшие кусочки. У меня сегодня тилапия. Подсаливаем. Перчим. Можно по желанию добавить любые специи для рыбы. Подходящую форму для запекания смазываем сливочным маслом. На одну форму укладываем рыбу. И заливаем яичной массой. Отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов на 25-30 минут. Ну что, на этом я заканчиваю свое видео. Обязательно попробуйте приготовить. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые и быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!